Сегодня мы проснулись пораньше. У нас погода хорошая, солнышко. Решили походить и побродить. Вчера опять делали небольшую перестановку. Опять он психует, опять ему не нравится. Надо мебель менять. Я не знаю, как он отреагирует на замену вообще мебели. Мы двигали и стол, кровать, там обои переклеивали. Елку сюда ставить будем. Леньке, к Новому году готовимся. Леонида. Чу! Отвали от него, что ты к нему прикопался? Ой, а мне холодно. Я в штанах, в теплых носках, в халате. И все равно мне холодно. Хотя в квартире тепло, а я замерзла. А, потому что я балкон приоткрыла. Сквозит маленько. О, красавчики мои. Мои сладенькие. Дружбаны. Да? Вы дружбаны? Какие мои красавчики. Мои красавчики. Ленечка моя. Мой сладкий пупсик. Ой, ну что там? Да ничего интересного, у папы в инструментах нового ничего не появилось. Чучундра, ты что хочешь от меня? У меня ничего нету, что? Куда ты меня зовешь? У меня ничего нету, солнце мое. Чу, отстань! Вот вкусня. Ну и что у вас за бесилки-то такие? Леня спрятался. Лень, тебя не видно. Тебя не видно, Лень. Ты так спрятался, что тебя незаметно. На бардак не обращайте внимания. Это я стирать собралась, вещи собирала в стирку. А тут Леня решил выйти. Ну, мама все дела бросила сразу. Сыночка, сыночка. Да он ходит по углам, обои обдирает, я слежу за ним. Пизденыш мелкий. Лень, ну нельзя так себя вести-то. Я клею, клею, там подклеить, сам подклеить. И ты опять все отдираешь. Уж не знаю, на двухсторонний скотч, что ли, клеить? Лампочку отсюда убрала, а то он в нее лезет, все пытается ее это открутить. Дочке поставила, вроде она его там не интересует, а себе повесила вот сюда лампу. Поросятам отсвечивает. Ну, поиграйте вот так вот. Чё, Ленька тебя умыть хочет, а ты не даешься. Он умывает, ушки ему умывает. Сейчас глазки будет умывать. Зевсика умыл, теперь надо чушку умыть. Да? Теперь надо Чуню умыть. Чу, аккуратнее, у тебя зубы острые, ты так с ним не надо играть-то. Я переживаю.
Нельзя на балкон, Чу, нельзя. Нет. Ты готов доесть все, что Лёня не доела, а я не разрешаю. Лёня себе на черный день все оставляет. Сегодня коляску ему помыть надо. Коляску достали, грязная вся, надо коляску помыть. Если выходные будет такая погода, пойдем гулять с Ленькой. Коляски, естественно. А как же еще? Что ты там взял, Леня? Палочку нашел. А, Дашеньку. Дашеньки на все игрушки уже позабирал. Леня. Колокольчик забрал. Отдай палочку. Это не твоя, это Дашкина. Все. Зевс у нас все за зайчиками охотится. За солнечными зайчиками. Да. Овчарка у нас вот такая, любит солнечных зайчиков. Да, Лёнь, да что ж ты весь чешешься-то, а? Давай я тебя почешу. Где чешется? Вот здесь чешется. Давай почешу. Давай. Все? Почесала? Где еще почесать? Так, давай, занавески снимай. Последние. Палочку убрала, он за палочкой охотится. Лёнь, ты мне сейчас занавески все дерешь, Лёня. Ой, на. Ну надо тебе эту палочку, господи, на. На. Игрушек-то у нас нету. Бедный Лёня с палочкой играет. Шарик. Такой шарик. Кругляшка. Или какой кругленький, да? Мальчик сладкий мой. Ой, ладно, Лёнь, ты пока тогда поиграй, я пойду посуду хоть помою, а то не надо кушать готовить. Поросёнок. Такой король сидит, расселся, на подушке сел, сидит на подушках у нас Лёня.